Мы когда в 15 году ее увидели, все собрались, читали, мы очень почувствовали близкую связь. Действительно, Тара – это как наша мать. И я знаю, что даже до революции у нас были хубилганы Тары. Что белые, что зеленые Тары. И поэтому мне даже сейчас вот накатывает. Я просто не могу говорить. Вот. И вот когда мы действительно почувствовали, мы поняли, что мы должны, как ее дети, вернуть ее сюда к нам. Мы позвать должны. Мы же не можем переехать в Ставропольский край. Вот. И поэтому мы должны предпринять что-либо. И вот на этом основании наш буддийский центр начал действовать. Мы начали писать различные стации. Мы начали собирать людей, инициативную группу. Очень многие люди подключились. И вот на протяжении вот нескольких лет мы вели эту деятельность. По возвращению именно по... от нас что было? Надо было. Это наши просьбы, это наши внутренние просьбы, обращение к Таре, это наши молитвы. Это очень слезное обращение к Таре было. Мы снимали фильм про Тару, мы встречались с людьми, которые помнят, как она создавалась, где она зародилась, эта Тара, ездили именно на это место. Также мы обращались, ездили именно сейчас, где находится город Ставрополь, мы обращались к министру Ставропольского края, к работникам музея, мы совершали там молебен прям в музее. Что от нас требовалось? Мы только могли молить, просить. Должен был найтись человек, который действительно мог это решить. Это как подобно, как в джангаре. Должен появиться богатырь, который сделает поступок, но он должен был обладать именно свойствами богатыря. То есть он должен был иметь духовность, он должен обладать внутренней силой продвигать какое-либо дело. И в то же время он должен осознавать ценность именно Тары. Должен был. И, естественно, такой человек нашелся в лице Александра Ивановича. Это дело народное. И так как этот человек должен обладать большим буином, то есть заслугами, что в прошлом, что в настоящем. И на данный момент, кроме него, не нашлось человека. На протяжении 6 лет общество «Номинтук», возглавляемое Арабатором Мангаевым, занималось вопросами возвращения калмыцкой святыни. Но работали ребята очень плотно. И где-то в феврале этого года, когда все это долго не принимало решения, окончательного, положительного, мы решили воспользоваться определенными точками, реперными точками влияния в Ставропольском крае. Я обратился к бывшему председателю правительства Тыртышову Юрию Павловичу, председателю правительства Ставропольского края, бывший заместитель министра регионального развития России. И с этого момента у нас, в общем-то, в работе появилась положительная динамика. Где-то в августе месяце он нас предупредил, что положительное решение принято, он переговорил с губернатором. И в связи с тем, что 8 сентября – единый политдень, а в Ставропольском крае тоже происходили губернаторские выборы, он попросил отсрочить это по завершению. До вступления губернатора в свои права. И то, что сегодня Зеленая Тара приехала в Калмыкию, она, конечно, на длительный срок, это экспозиция. Мы решали вопрос с тем, чтобы, как святыня калмыцкого народа, она должна принадлежать калмыцкому народу. И, в общем-то, вызывает немного досады то, что так быстро все это привезли, потому что, в общем-то, оставалось буквально, может быть, 10 дней, 2 недели, чтобы калмыцкий народ мог вступить в полное владение. Так как это находится в Государственном музее, принадлежит Государственному музейному фонду, необходимо было провести некоторые процедурные моменты. Это передача с баланса на баланс, обмен документами, приказ по дирекции музейных фондов. Но почему-то неожиданно резко
как бы привезли. Я думаю, что мы работу продолжим все равно передавать, но здесь вот как бы возник некий момент несогласованности, что ли, между Министерством культуры, с буддийской общиной, которая это продвигала. Если эти все моменты мы будем учитывать, то, конечно, мы добьемся положительного результата. Я уверен в том, что мы ее вернем. Но просто потеряем некоторое время. Потому что хоть на год это все равно экспозиция. Мы по праву являемся владельцами этой святыни. Я хочу повторить это сказание о том, что Арабат Абадмач сказал, что в первую очередь это первая экспозиция, которая была в 2015 году. Это была мольба, обращение о том, что... Но в тот момент мы осознали, что недостаточно одних молитв, нужны конкретные действия. И вот исходя из этого, мы, конечно, начали конкретные действия, обращение в Министерство культуры Республики Калмыкия, в том числе обращение в Министерство культуры Ставропольского края. И, конечно, надо отдать должное работникам нашего музея, которые в 2015 году организовали эту выставку, которая продлилась полгода. Вот ее организации, сейчас мало, может быть, кто помнит, принимали участие очень много людей. Хочется отметить тех спонсоров, которые, благодаря которым, в принципе, это серьезный объект исторического наследия, который требует в себе определенного отношения. То есть необходим был специальный транспорт, охрана. И вот это было обеспечено людьми такими, которые согласились и сделали это. Это генеральный директор «Бетон-инвестор» Владимир Мацаков и компания «Алекс-Строй» в лице Александра Бамышева. Это те люди, которые профинансировали, и мы благодаря им имели возможность встретиться с этой святыней в Калмыкии. Вот. Мы на этом не остановились, мы обращались в Хурал Республики Калмыкия, обращались в Елисинское городское собрание, мы там нашли понимание и поддержку. И наши письма от лица буддийского центра Номентук были сопровождены определенными письмами со стороны и Хурала Республики Калмыкия, и Елисинского городского собрания. Также хочется сказать, что после вот этого нам удалось организовать встречу уже в Ставрополе с министром культуры Ставропольского края. Надо сказать, что эта встреча имела тоже такое ключевое значение, потому что в тот момент в результате беседы мы поняли, что со стороны работников культуры Ставропольского края нет понимания того, что эта реликвия для нас значит. В определенной степени у нас сложилось впечатление, что у них отношение 20-й тары как к предмету прикладного искусства. Но это совсем не так. И когда мы стали рассказывать, когда они действительно, сам министр культуры говорил, что когда они увидели, когда какой поток людей был к этой святыне, вот это осознавание появилось и у работников культуры, и у работников музея Ставропольского края. И мы, конечно, на встрече выразили благодарность работникам культуры. Мы знаем, что они получили грант от Министерства культуры России на то, чтобы эта реликвия хранилась в определенных условиях, потому что надо признать, что она сегодня имеет уже очень большой возраст и требует себе трепетного отношения, то есть определенные условия содержания и так далее. И хочется подчеркнуть, что мы решили это делать не только там молитвами, а конкретными шагами. И один из конкретных шагов в эту сторону, конечно, была публикация от нашего издательства «Океан мудрости». Это своды текстов, молитв буддийских на калмыцком языке. И в этот сборник молитв вошло восхваление 21 тары. Вот. Этот сборник молитв называется «Ирелинхан». Он сегодня в Калмыкии получил очень широкое распространение. И многие знают об этой книге. И вот это этапы пути, которые мы прошли, и это один из тех шагов реальных, который, я считаю, привел к тому, что сегодня уже мы имеем возможность
уже встретиться с 21 тарой не там полгода, а сегодня мы говорим о том, что она будет экспонироваться уже год. Это всего лишь часть пути, который мы прошли. Мы все-таки надеемся, и не то, что надеемся, мы прилагаем усилия к тому, чтобы эта реликвия совершенно обрела законное свое место. То есть она вернулась в Калмыкию, к нашим верующим, к нам, калмыкам. И в этом смысле, конечно, огромную поддержку оказал, вот, как сейчас упомянул Александр Иванович Леджанов, тот уровень его связи, его личных контактов, потому что Россия такая страна, когда без личных контактов вопросы решить невозможно. Есть такая специфика, и вот тот уровень личных контактов на уровне администрации Ставропольского края, который имеет сегодня Александр Иванович, он позволил сегодня говорить о том, что мы имеем надежду на то, чтобы эта реликвия, согласно закону о возвращении религиозных ценностей, культовых организациям религиозным, в соответствии с этим, на законных основаниях она была возвращена Калмыкии. И почему мы сейчас делаем вот эти материалы, записываем, мы обращаемся к нашим землякам в том, чтобы... Потому что в процессе вот беседы с министром культуры, там один из работников сказал, что вот вы говорите о том, что это имеет ценность, но когда они привели в память, на память цифры о том, сколько людей посетило эту выставку, честно признаться, там была цифра не очень высокая. Может быть, в силу того, что люди не знали об этом, и не так много людей имели возможность, хотя она экспонировалась полгода. Сейчас я хочу обратиться к нашим землякам, что 21 тара ждет вас, приходите, и чтобы вот этот наше видео, наше видеообращение породило интерес к этому, потому что это подлинная реликвия, которая сегодня сказать, не так много сохранилось у нас. Это одна из подлинных национальных святынь, которую мы имеем возможность встретиться с ней и обратиться со своими молитвами. Поэтому, дорогие земляки, приходите в музей, чтобы количество посетителей, мы могли сказать Министерству культуры Ставропольского края, что это не было там 5 или 3 тысячи. Пусть каждый калмык сегодня придет и встретится с этой святыней. Если начинать сначала, впервые, с вопросом о возвращении, зеленой тары в республику, лично я попробовал это сделать еще в 90-х годах, еще при советской власти. Тогда, мой товарищ Кузьмин Миша был мэром города Ставрополя. Мы с ним встретились, и я ему говорю, Миш, я все понимаю, вам зачем тара? Я понимаю, что она здесь, в музее, что когда-то в Ставропольском крае здесь жили калмыки, и они молились на эту тару. Я говорю, проходит же время, возвращаются все реликвии же назад. Я говорю, смотри, колоколагу там с Америки вернули, да, там иконы возвращают, верните ей. Это вообще, не вопрос. Все, легко. И проходит время, и все остановилось. А мне это в душу запало. Думаю, что-то неправильно вроде как бы. И уже спустя много лет возникла снова такая ситуация, что, давайте попробуем ее каким-то образом вернуть все-таки в Калмыкию. Для этого дела, включились там многие мои друзья, все знакомые, кого я знаю. И обратились, в Москве. Это длинная такая цепочка всех знакомых, друзей, которые в Москве проживают, в Ставропольском крае проживают. Так что, я думаю, это даже возвращение сейчас этой тары на данный момент, я считаю, что это, это тот коллективный труд, который в конце концов сложился, и он, пожалуйста, каким-то образом выстреливает. Потому что это моя печень, понимаешь, да? Как мое сердце.
Ты понимаешь, оно же у меня есть. И по-другому как? Я даже не понимаю, да, знаешь, как? Я просто понял, что она виртуально сейчас находится в Ставрополе, да? А реально она со мной всегда. Потому что каждое утро я ном читаю. И не я один читаю, жена читает, внучка читает, все читают. Все калмыки, все читают. Всем понятно, что это вот, это наше собственное. Тара должна быть на своем месте. Пускай это не будет, как называется, Элиста, пускай это будет в Вишалтинском районе где-то будет, но она должна быть на территории Калмыкии. Почему бы не построить храм для этого дела? Давайте построим храм. Построим храм специально для Тары. У нас есть один вот тантрический в Башанте. А почему не специально для Тары не построить вот храм? Этим прям проблем нет. Я хотел бы добавить относительно того, что в 2015 году действительно много людей приняли участие в том, чтобы Тара приехала к нам и экспонировалась в течение полугода у нас в республике. А так вот буддийский центр Номентук обратились ко мне, арабатор, обратились относительно ко мне как к депутату городского собрания. Я, естественно, как буддист не смог отказать в этой просьбе. Мы в городском собрании собрались на одном из заседаний, подписали обращение в Народный Хурал о том, чтобы Народный Хурал вышел с инициативой к руководству Ставропольского края, Государственной Думе Ставропольского края относительно возврата, возможности возврата танки «Зеленой Тары» домой в Калмыкию. Ну и это неоднократно, конечно, все это происходило. Обращение от городского собрания, обращение от Хурала. Когда мы вместе с моими единомышленниками первый раз поехали в Министерство культуры Ставропольского края, там можно сказать о том, что вся эта поездка прошла, ну как сказать, на одном дыхании. Открывали все двери, нас буквально там встретили, провели к министру культуры, даже не задав ни одного вопроса. Секретарь была удивлена. Кто вообще такие, как мы тут появились. Да и сама министр, когда мы с ней начали вести беседу, она удивленно говорила о том, что а как вы вообще здесь оказались, меня здесь вообще не должно было быть, я вообще нахожусь в отпуске. На что я ей так немножко заметил, сказал о том, что да, вы, наверное, не имеете к этому отношения, да и мы, наверное, не имеем отношения, это Тара хочет домой. Ну, добавить, ну что можно добавить? Можно сказать о том, что все-таки калмыки, мы буддисты, и я думаю, что наступило время, когда нам есть время, как говорится, разбрасывать камни, а есть время, когда нужно эти камни собирать. Я думаю, что возврат Тары к себе домой, к нам, к Калмыкию, наверное, станет одним таким знаменательным, наверное, моментом того, что пришло время возвращать свою культуру, восстанавливать религию, восстанавливать свое самосознание и становиться действительно единым народом.